Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это сайт Focus от Моряка. И в этом видео у меня для вас одна очень классная новость. Я помню все ваши пожелания, когда вы мне писали о том, что вы хотели бы видеть фокусы не только с картами, но и с другими подручными предметами, например, с монетами, с купюрами, с сигаретами и так далее. Так вот, скажу вам честно, у меня порой нету времени на то, чтобы даже осваивать новые карточные трюки. Не то чтобы осваивать новые направления. Но у меня есть мой коллега по цеху, которого зовут Азат. И теперь у меня на канале будет новая рубрика, которая называться будет «Микромагия». И Азат будет именно ведущим этой рубрики. Так, Азат, расскажи немножко о себе. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Азат Актаев. Я живу в городе Саратове, Энгельсе. Не в двух городах. Одновременно в двух. Я живу в городе Энгельсе, работаю в городе Саратове, Энгельсе. То есть... Я занимаюсь профессионально, выступаю уже года полтора, примерно два. Вообще занимаюсь этим делом 5-6 лет, то есть я превратил, наверное, это дело уже в дело своей жизни. Я много собирал, то есть по крупицам знания, информацию, какие-то техники, трюки, как-то их обрабатывал, дорабатывал. У меня есть, то есть большой багаж знаний именно в микромагии, который я могу вам преподнести. Я очень рад сотрудничать вот с Сергеем Куликовым. Это уже как бы такой матерый, знаменитый блогер. Тем более у нас в Саратове. Вот. Будем рады работать с вами. Буду рад снимать для вас видео. Ну что ж, друзья, вот такие вот новости. Теперь ожидайте новых трюков в два раза больше, чем обычно. На связи с вами был Куликов Сергей, Азат Актаев. И до встречи в следующих видео. Пока!